Ну что, друзья, видите, как уже тают звезды погони. Так, и знаете что? Знаете что? Дайте-ка мы посмотрим, сколько стоит вот этот дом. Я думаю, раз он на побережье, значит, он дорогой. Посмотрим. 30 штук. Ну что, ладно, купим. Купим. Еще подзаработаем. Отлично. Вот это да. Вот это мы с вами хоть что-то сделали. Сейчас здесь можно спокойно сохраниться. Так, ну, ровно такой же дом. Да. Такой же дом у нас в таунхаузе. Тут раздевалка, тут кухня. В общем, чисто заплатили за его местоположение. Больше ни за что. Хорошо, теперь попробуем пойти на миссию. Так. Смотрите, какая красота. А дай посмотрим, что тут, киоск? Это киоск, ё-моё. А дай посмотрим, мы на этот запрыгнем, на этот ящик. Так. Ну. И что, подожди, а как это? Еще раз. Ну да, тут я, наверное, не прыгну. Нет, не прыгну. А как мне тогда на свой дом-то залезть? С этой стороны, что ли? А ну-ка вот тут. Еще раз. Нет, никак не хочет на этот балкон. Ну ладно. Ну по-любому. А, вот здесь есть гараж. В этом доме. Это не может не радовать. Ладно. В общем, там впереди сложная миссия опять. Но подождем, подожди. Подождем. Давай еще здесь полазим. Машину не заглушил, правильно сделал. Все калитки заперты. Ну вот, здесь можно пройти под балконом. Отлично. А ну-ка посмотрим на балкон. Так, еще раз. Нет, еще раз. Нет, а отсюда? Нет. Нет, ну ладно. Ну ничего такого здесь. Вот сюда можно залезть. Да, вот я говорю, что вот в Израиле такие же дома, вот такими как бы террасами идут. И то есть на каждом этаже, даже если живешь на втором, на третьем, такое ощущение, что ты живешь на первом. Потому что у тебя вот как бы такой идет нахлест. Так, ну вот что тут, посмотрим. Какой-то странный звук, еще раз смотри. А, это звук не отсюда. Это звук не отсюда, друзья мои. Ну что же, неплохо, неплохо. А здесь посмотрим, что. А, здесь мы уже залазили. Так, машинка моя на месте. Посмотрим, кстати, давай проведем эксперимент теперь. Можно ли нам вот на ту природу попасть?